Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Вспомнилось мне тут одно лакомство из детства. Мама готовила мне творожные пончики, шарики такие. И я подумал, в последний раз лакомился ими, наверное, лет 40 назад. Ужас, как время летит. Так что надо срочно готовить. Рецепт очень простой. Я вас приглашаю в свое ностальгическое кулинарное путешествие в детство. Понадобится творог, неважно какой жирности вы выбираете на свой вкус, мука пшеничного высшего сорта, яйца, лимон, сахар, разрыхлитель, соль и масло для фритюра. Ну а чем украшать, сами сообразите. Мед, сахарная пудра, может вообще в закромах сгущенку с вареньем откопаете. Поехали. В муку отправляется разрыхлитель и слегка перемешать. Яйца надо разделить на желтки и белки. Творог, сахар, желтки и цедр лимона. И перемешать. Можно и руками, но я для ускорения процесса воспользуюсь кухонной механизацией. Ручным венчиком тоже сейчас поработаю. Белки надо взбить в пену. Соль сюда и поработать. Конечно, если лень, то можно и не взбивать, но со взбитыми пончики получаются более пышными. Да, к тому же, это и не сложно совсем. Особенно стараться смысла нет. Получили легкую пену. Не вываливается она из чашки. Значит, готово. Творог уже отлично смешался, сахар растворился, значит, можно добавлять муку. И опять вымешиваю. Долго месить не надо. Добились более-менее однородного состояния и довольны. Вот так нормально. Теперь руками. По частям вношу взбитые белки и смешиваю. Все. Надо дать тесту постоять минут 15-20, чтобы глютен от влаги набух и тесто стало менее липким и более эластичным. Я пока масло для фритюры разогрею. Температура масла 170-180 градусов. При более низкой температуре пончики впитывают в себя слишком много масла, жирные становятся, это отрицательно сказывается на вкусе. При более высокой температуре они снаружи очень быстро румянятся, а внутри при этом еще остаются сыроватыми. Тоже не очень, поэтому температура важна. Ну, 20 минут прошло, можно приступать. Тесто скатываю в такую колбаску, делю на части и подкатываю легкими движениями. Получаю вот такие шарики. Все очень просто и быстро. Температура отличная. Начинаю процесс. Теперь как на конвейере. Ну, теперь им надо дать чуть-чуть остыть и можно украшать. Ну, вы видите, какие они воздушные. Просто пух внутри. Очень-очень легкий аромат. Ах, просто прелесть какая-то. Очень легкая сладость. Такие
Пончики очень приятно, очень вкусно трескать с различными добавками. Добавить меда, может быть, может какого-то варенья, потому что они сами не чрезмерно сладкие. У них легкая-легкая сладость, очень тонкий вкус. И очень-очень-очень воздушность вот эта вот. Меня просто возвращает к того детства. Я надеюсь, вы попробуете, и вам понравится. Просто чудо. Видите, какое чудо. Сказка. Так что готовьте и наслаждайтесь. Спасибо за компанию. Всем пока.